Друзья, всем привет! Сегодня будем готовить пиццу с грибами и с фаршем на канале Ням-Ням Киви. Сначала приготовим опару для теста. В миску отправляем 50 граммов муки, столовую ложку соли, столовую ложку сахара и столовую ложку дрожжей без горки. Перемешиваем и выливаем молоко теплое. 100 миллиграммов. Ничего не имею против готовых коржей, они экономят время хозяйкам, но мне нравится повозиться с тестом. Опара готова, оставляем на 15 минут для брожения. А это время подготовим начинку. У меня грибы, вешенки, кинза и фарш. Грибы нужно нарезать соломкой. Кафе, рестораны, пиццерии предлагают сейчас пиццу на любой вкус и кошелек. Тем не менее, домашняя остается востребованной и популярной, ведь все ингредиенты можно подобрать под вкус своей семьи. Выпечка, сделанная своими руками, с любовью, ведь самые вкусные. Теперь нужно будет нарезать кинзу. Сначала нужно будет пожарить мясо с грибами до мягкости. Пицца с фаршами и с грибами – это очень просто и вкусно. Опара готова, будем готовить тесто. В миску просеиваем муку, добавляем чайную ложку соли, выливаем молоко, опару и замешиваем тесто. С опарой у вас тесто быстро поднимется. Нарезаем тонкими кружочками болгарский перец и помидоры. Сыр уже натерто. Готовое дрожжевое тесто делим на 2-3 части и раскатаем кружочек. Тесто выкладываем на противень, сверху мажу томатной пастой. Пицца – это блюдо, которое быстро готовится и еще быстрее съедаются. Можно использовать куриное мясо, грибы, шампиньоны, жареные или свежие, вареные, любые другие, которые вам по вкусу. А наша подборка – подсказка вам. Хочу заметить, что соблюдать пропорции в этом рецепте нужно только для теста, а количество начинок добавляйте все по своему вкусу. Отправляем в духовку на то время, чтобы подрумянить тесто при температуре 200 градусов. Пицца наша готова, получается настолько вкусным, нежным, сочным. Обязательно нужно кушать в горячем виде. Всем приятного аппетита! Пока-пока!